Услышав стук, не бойся, отвори. Христос Иисус пришел к твоей двери. Открой, пусть Он войдет и от греха спасет. Дар вечной жизни Бог тебе дает. Путь в небеса Спаситель предлагает. Пойдет с тобой, если за ним пойдешь. Все трудности в пути Господь наш знает. Лишь в нем покой души приобретешь. Открой ему сейчас своего сердца дверь и без сомнения Господу поверь. Открой ему сейчас, зовет тебя теперь. Не закрывай пред Богом сердце дверь. Даст отдохнуть в пути, когда устанешь. Поднимет, если даже упадешь. И твердость духа с ним не потеряешь. Лишь с ним ты в царство Бога попадешь. Там навсегда забудешь все невзгоды. Нужды не будешь больше там терпеть. Над телом власть иметь не будут годы. Хвалу Иисусу вечно будешь петь. Открой ему сейчас своего сердца дверь и без сомнения Господу поверь. Открой ему сейчас, зовет тебя теперь. Не закрывай пред Богом сердце дверь. Там бесконечной будет твоя радость. Непрестанно и будет там любовь. Забудешь все обиды, горе, слабость, ведь за тебя пролил Спаситель кровь. Открой ему сейчас своего сердца дверь. И без сомнения, Господи, поверь, открой ему сейчас, зовет тебя теперь. Не закрывай пред Богом сердце дверь. Открой ему сейчас своего сердца дверь. И без сомнения Господу поверь. Открой ему сейчас, зовет тебя теперь. Не закрывай пред Богом сердце дверь. Не закрывай пред Богом сердце дверь.